На конную Россию привезли брабансонов. Это такие слоники конного мира. Обе кобылки еще совсем юные. Киса 22-го года рождения, Стефани 20-го. Им еще расти и расти, а они уже впечатляют своими размерами. Масти с типичной для породы чалостью, то есть с вкраплением белых волос. Киса ворона-чалая, Стефани рыжий-чалая. Вообще ринг тяжеловозов – это всегда услада для глаз. Хорошего коня должно быть много.